находятся в передовых рядах тех, кто заботится и возвращает домой тех людей, о которых уже неоднократно написали в западных средствах массовой информации, что они никогда не вернутся домой. Вернулась и стала депутатом Государственной Думы Мария Бутина, до этого Кирилл Вышинский, затем Константин Ярошенко и многие другие. И сегодня я приглашаю на нашу сцену человека, который вернулся, который с нами, Виктор Анатольевич Бут. Сегодняшней России в ряды партии ЛДПР.